they would get. Флешки, можешь скинуть счет? Ну, вот эти. Марш обещает быть горячим и богатым. На события встречаются Татнефть и банк ВТБ. Татнефть после первого тура была лидером. Сегодня успела уже потерпеть поражение от Мосэнергосбыта. Очень неприятное начало второго тура, и срочно нужно исправляться. Тем более, что впереди у Татнефти еще главный матч сегодняшнего дня. Это поединок против Газпром Энергохолдинга. Банк ВТБ как раз Газпром Энергохолдингу только что проиграл со счетом 0-1, а перед этим, немногим ранее, со счетом 5-2 обыграл Сбербанк Технологии. Так что у Банка ВТБ сегодня одна победа и одно поражение. У Татнефти только одно поражение и больше очков сегодня не набрано. Вот что Нидерман сейчас был готов вывести команду вперед. И отсутствовать будет в этом матче у Банка ВТБ Никита Душкин. Получил красную в предыдущем матче. Так что теперь есть повод отдохнуть. Уважительная причина. Мельников сейчас врывался на оперативный простор. Ну, глядя на мяч, оказался первым. Шнейдерман. Шнейдерман. Игровое столкновение. Березев, ну уж слишком просто хотел соперника обыграть. Там никого. Тут помешал он. Обе команды пытаются атаковать через центр поля. И мяч ставить под удар где-то в район 6-метровой отметки. Гулиадзе, снова спасение. И еще одна атака сейчас как раз через центр. Гений Дулин. Коробов здесь был на перехвате. Мяч в штангу вовал, и после этого Голиадзе забирает его. Сами ты узнался.
быть упущен. Без рукавников. Слишком заигрался. Коробов. Снова серия винтов и дриблинга. Здесь игра рукой. Штрафной. Если двоих поставят, вы прям рядом встанете. Ну, прям рядом встанете. Тут покатил, ёбал. Двоих ставят. Поставьте! Там поставлен, ребят. По мячу, кто один рядом? Витя, отскочи. Эмиль, штанга. Витя, ближе. Удары, кстати, неплохо разыграны сейчас, правда, с серьезным риском, что будет мяч перехвачен. Но удар-то получился. Тулин снова прошел большую часть площадки. Рисовать было некому. Каждый раз в каждой атаке у Татнефти один игрок остается на своей половине поля. Поэтому зачастую и некому пас делать. А вот здесь без рукавникова забыли. Золотая карточка, здесь разговоры. Мельников сам бьет, нам по центру мяч летел. Мельников, отбор в центре. Один остался, Эмиль остался. Игра рукой. Ну что ж, вот здесь очень уместным оказалось то, что Татнефть оставляет одного игрока на своей половине поля. Здесь Мельников подстраховал, а потом Денитулин свалил. Нет,
Коробов у нас получается фалил. Ему желтую карточку показано. Удар вратарь. Немного было в этом тайме работы у голкипера Татнефти. Второй тайм. На поле остались поменявшиеся сторонами площадки Татнефти и Банк ВТБ. Счет не открыт до сих пор, но подавляющее преимущество Татнефти по количеству опасных моментов и опасных ударов, и в принципе ударов с створ ворот по владению мячом. Банк ВТБ на чужой половине поля мы практически не видели. Ну, единственное, что можно вспомнить, это опасный удар безрукавникова головой буквально с нескольких метров. Два футболиста у Татнефти на желтых карточках. Это Гиниятуллин и Коробов. Им нужно быть повнимательнее. Коробова одного оставили. Да сейчас никто его не поддерживает. Коробов, как он вырвался-то из-за такого прессинга и здесь зарабатывает пенальти. Миш, док нужен. Когда судья попросит, остановлю. Все, док на поле. Да. Отдай мелу. Все, пускай. Итак, продолжаем мы матч. Перязев отправился исполнять пенальти. Галиадзе на воротах. Смотрим. Очень точно, без шансов для Галиадзе. 1-0 становится счет, Татнефть вперед выходит. Че? Желтую карточку сейчас за разговор получает игрок банка ВТБ. 77, да? Мельников и Шнедерман разыгрывают на своей половине поля. Ну, если при счете 0-0, то Татнефть максимально осторожно играла, а то теперь наверняка наглухо сядет в обороне. Держите вас больше! Есть больше! Один раз! Давай, забери! Давай, Лёв, надо... Лёв! Чукин не дотянулся до мяча совсем немного. Мел, смотри здесь, Мел, да. Здорово, брат!
Что-то второй период какой-то случился. Лёх, предложи, Лёх! Лёх, ты должен добираться, гони! Березев уцарапывает мяч. Не придумай. Нитулин успел нанести удар, потом был подкат. Время. Здесь остановить время приходится для оказания помощи игроку. А Мел куда бежал? Костоломы, говорю, команда. Один же матч у нас остался? Да, один остался. Все, выводят. Салам алейкум. Жалко пацана. Был пацан и нет пацана. Лесоповал. Лёх. Лёш, давай продолжаем игру. Время. Матч продолжается. Все меньше молодых игроков у нас остается на площадке. К большому сожалению, но будем надеяться, что быстро поправятся. Здесь еще и Мельникову досталось. Выход вдвоем против одного защитника и вратаря. Мельников Березев мажет. Мельников. Странную передачу пяткой делал, но Березев уже не успевал туда. Тайм-аут берет банк ВТБ. Вчера я что-то услышал эту песню Лесоповала. Был пацан, пацан. Это я услышал. Такси ехал, да, нет, на этом, на в инстаграме смотрю какие-то видосики. На кого, да? До Лесоповала. А потом мне Кен принял, кидает этот пригласительный в моем городе, короче, на Лесоповал. Прям? Да. Что такое? Игра продолжилась, здесь свободный удар.
видим в исполнении Татнефти. Второй пас вратарю. Товарищ судья. Или между вратарями. Удар защитника пришелся. Перязев первый мяч достигает и отыграл вратарю. Удар головой. Здесь Перязев потерял позицию. ТБ в атаке. ТБ играть начал. Мяч упущен. Головой. Минута есть у банка ВТБ, чтобы отыграться. Чукин выносит мяч. Но еще он видел, что ворота пустые, потому что вратаря поменяли на полевого игрока. Шнайдерман теперь на вынос. У него был разрыв там связан. Здесь тоже не будет продолжать играть надо. Что там, створ был, да? Вводи мяч. Что там? А, минуту, да? 19. Мельников с лёта пробил чуть-чуть, не точно. А получилось бы красиво. Иди, ты отмечаешь, типа, удары в створ, которые были до этого момента. Перезрев здесь и вратарь вместе справились. Да, 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 на снайпе после смены вратаря и сбит, то... Последние секунды игры. Кто-то другой отбивал. Все. Финальный свисток. И снова 1-0. Самый популярный счет сегодня.